Сочинский международный кинофестиваль проводят на побережье в третий раз. В этом году он пройдет с 11 по 16 декабря в Олимпийском парке. Я очень горда тем, что третий сочинский международный открытый кинофестиваль состоится в нашем городе. В нашем городе много всяких событий. В календаре этого года более 300-х, но собственного кинофестиваля у нас нет. Есть только тот, который есть сейчас. На участие в фестивале было подано 800 заявок от российских и зарубежных кинематографистов. В итоге в конкурс прошли 14 полнометражных лент, 10 короткометражек и 9 документальных фильмов. Отмечу, что одна из задач кинофорума – восстановление и укрепление культурных и экономических связей между Россией и Великобританией. Вы знаете о некоторых неблагополучных каких-то отношениях между Россией и Великобританией, но… Как сказал Лев Николаевич Толстой, мы выше политиков. Мы выше политики, потому что мы работаем с душами людей. Самое прекрасное творение – это кино. Не с оружием в руках, это делается только через искусство. Кинофестиваль в этом году пройдет под эгидой мирового женского движения. Женский акцент прослеживается во всем – от состава жюри до тематики кинолент. И даже символ фестиваля – богиня радуги Ирида. Ее образ был использован при создании статуэтки для победителей киносмотра. Интересен кинофорум будет и сочинцам. Горожане в течение фестивальной недели смогут посмотреть фильмы в муниципальных кинотеатрах и в залах Люксора.